Снова здравствуйте, это вновь Resident Evil 7. Я посмотрю, как эта игра у меня выглядит, не очень. Почему? Потому что это, опять же, у меня монитор не Full HD и все такое, и у меня полосочки сверху и внизу. Сверху и снизу, вы поняли, о чем я. Ну, в общем-то, игра очень симпатично выглядит в любом случае. Я, кстати, повысил графон, надеюсь, не будет тормозить. Текстурки получше и так далее. О, естественно, как обычно. You made it. Yeah. You're the first I've ever seen make it this far. So what is it you need me to do? Is it gonna help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. My family and I, our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. All right. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Окей. Ну, значит, старый дом. What the fuck? А здесь что? What the fuck? Эти звуки все. Что у нас здесь? Тут-то, здесь. Пищевые добавки, да? Влияет на нервную систему. Нельзя использовать сами по себе. Сначала надо сделать из таблеток препарат. Ага. Психостимуляторы. Генопролитические боеприпасы. Боеприпасы для гранатомета. Такие выстрелы поражают нервную систему мощным токсином. Ха. Вот это наверняка будет полезно. What the fuck? Монеток нигде нет. Окей. Два замка каких-то. Красный и синий. Ничего нет. Окей. Что-нибудь может быть здесь? Это симпатично выглядит. Знаете, надо менять монитор. 2017 год на дворе, а я все еще сижу на 1440 на 900 разрешении. Когда весь YouTube тысячу лет назад на 1920 на 1080 перешел. И больше даже. Так что... Симпатичная игра. Окей. Okay. Go, tell and roll the... Одна травка. Окей. Okay. Здесь еще одна была. Почему бы не забрать? Медленно. Окей. Okay. Ну, аптечек у нас две. Пока пойдет. Надо сбегать, травку обратно положить. Странно, но здесь он быстрее бегает. Отражения нет. Хреново. Не знаю, почему в современных играх так редко бывает отражение в воде. Во многих старых играх это есть, а здесь нет. Слегка поторможу. Окей, что здесь? Могу ли я зайти в этот дом? Вопрос. Фак. Нет, окей. Значит, сюда мы не можем, окей. Мы можем пойти туда. А, я не знаю, куда идти. Стрёмно, вот что. Ага. Ну, значит, мы знаем, куда нам идти. Прекрасно. О, найс. Халява. Надеюсь, в этой игре нет собак. О, это как раз то место, которое было на кассете. Плохая идея сюда идти, конечно. Ну что поделать? Hello?
Интересная атмосфера. Итак, это один большой ребенок. That's one big baby. Nice. Oh, what the fuck? Вот это неплохо. Я люблю, когда, знаете, стандартные вещи берут и меняют. Вот казалось бы, да? О, сейчас я найду какой-нибудь предметик полезный. Нифига, вот тебе куча этих насекомых. Говоря о насекомых. Окей. О! Things got personal. Окей. Ну, значит, ножом их можно спокойно убить. Я рад. Fuck. Я рад, что на них не надо патроны тратить. Но я не рад, что они вообще существуют. Фух. 8 февраля 1802 года. Wait, 1802? Wow. Это было давно. Потом. Мне кажется, это плохая идея. К этой штуке приближаться. Ну нафиг. Hello. Здесь очень много всяких звуков. She's upstairs, don't go up. Она наверху, не иди туда. Не поднимайся, короче. Я точно не могу пройти вон там. О, фак! Окей. Прекрасно. Может, я все-таки могу пройти здесь? Я боюсь, что просто сейчас на меня опять эти твари полетят. Hello? Вот. Так, тогда вопрос. Куда идти? Ну, у нас только один вариант, я так понимаю. И он не работает, этот вариант. А вот это мне не очень нравится, если честно. Ха. No! Fuck. Но если только рискнуть здесь пробежать, реально. Так, вопрос. Что делать? Фак. Ну точно не дробовиком. Фак. Так, давайте посмотрим. Нет, снаружи точно ничего нет. Свечки. Просто глубже нельзя спуститься. Нам в любом случае надо наверх. Вообще. Ау. Окей, мы в порядке. Гостевая комната, столовая. А, wait, не тот дом. Или тот? Ладно, пофиг. Hello? Прекрасно. Ага, опять эта головоломка. Картинка под названием «Медовитый хищник». На ней изображена бабочка, попавшая в паутину. Что-то
Плохое предчувствие у меня. Так, у нас нет ничего такого. Приветики. Ой, эпоксид. Найс. Может быть, еще патронов сделать? Почему бы и нет? Ага. Не бойся против насекомых. Похоже, штуку можно с чем-то скомбинировать. Но с чем? Фак, у меня плохое предчувствие. Привет. Рюкзак чей-то. О, это сейф поинт? Не похоже. Совсем не похоже. Монеток здесь нет. Или... Что-то здесь как-то пустовато, на самом деле. Теперь он может нести больше предметов? Найс! Ха. А в оригинальных Resident Evil были апгрейды инвентаря? Или это все-таки какое-нибудь говно из DLC? Надеюсь, что нет. Терпеть не могу вещи, которые ты, знаешь, покупаешь, и это что-то у тебя улучшает в игре. Ну, замечательно. Ну, это классно. За это спасибо. Окей. Ну, горелку я с собой, наверное, потаскаю. Вот не знаю, нужен ли нам ключ Скорпиона с собой. Пока уберу. О, фак. Да, пока... Грязная монета для чего? Ха. Может быть, грязную монету можно использовать как еще одну монету? Не знаю. Ну окей. Налево. Погнали. Я рад, что здесь есть сейфпоинт. Значит, через насекомых более медленнее можно пробежать. Но это достаточно опасно. Интересно, раньше здесь был секретный проход. Теперь он с этой стороны. Горелка? Может быть? Я сомневаюсь, конечно. Нет. Это было бы глупо. Окей, теперь вот эта дверь, которая меня очень пугает. Оп! Говоря о пугании. Прям как собаки в Resident Evil. Первым. Через окно. Фак. Совсем этого не ожидал. Я думал, что сейчас еще будут. Окей, здесь дверь вот в этих штуках, поэтому... Еп. Это значит, что будут насекомые. Фух. Дайте догадаюсь, насекомые? А, нет. Твердое топливо, what the fuck? Это твердое вещество при поджигании горит сильным пламенем, его нельзя использовать само по себе. Ага. Твердое топливо, зажигательные боеприпасы. Боеприпасы для гранатомета, каждый выстрел вызывает небольшой пожар. Топливо... А, топливо для горелки, значит, все-таки горелку действительно сделаем. О, там куча насекомых. Какая гадость. Много патронов для дробовика, между прочим. Фак. Иу, какая гадость. Здесь наверняка нужна горелка, правильно? Фак. Еп, здесь нужна горелка. Определенно. Hello? Окей. А что в этой, за этой дверью? Кажется, ничего хорошего. Опа! Я был прав! Я был очень прав. Супер прав. Фак.
Теперь у нас немножко урона есть, ну ладно. Фьюх. Вот никогда не любил в играх зоны, знаете, с водой, с насекомыми и так далее. Ну, как бы они всегда проблемы. Да, в Dark Souls, например. Весь этот бред с этим, с Блайттауном. Ха, там что-то есть. Боюсь, небось, сейчас какой-нибудь насекомый выскочит, 100%. Психостимуляторы. Не, просто мне кажется... А, да, когда вертишь, звук есть, типа, внутри что-то есть. Найс! Но они хотят, чтобы я эту отмычку здесь использовал. Но я так и сделаю. Пофиг. Эй, аптечка. Ну, могло быть лучше, на самом деле. Это самозакрытие дверей раздражает, конечно. Нереалистично. Я очень рад, что патроны не нужно использовать. Это похоже на сейфпоинт. Но оно им не является. Монетки, может быть? Нет? Я, конечно, могу использовать психостимуляторы, но это нечестно, реально. Не люблю такие вещи. Я знаю, если это в игре, значит, это можно использовать. Но это... Эх. Носик горелки. Прекрасно. Пришло время комбинировать вещи. Найс! О, много места занимает. Ну, понятно, для чего они дали дополнительный инвентарь. Так. Ладно, хрен с вами. Окей. Чуть никаких предметов нигде и нет. Ну и хрен с ним. А, вот там что-то лежит. Надеюсь, монетка. А, фак. Чё это они вдруг снаружи? Познакомься с моим другом. Окей, это прикольно. Сильный эпоксид и просто эпоксид. Прекрасно. Hello? Стоп. Там что-то снаружи есть. Вау. Я бы и не заметил. Ну, сильным эпоксидом мы, конечно, можем сделать еще топливо для горелки. А, нет, даже обычный эпоксид. Еще мощных патронов? Может быть? А, почему нет? Окей, вау, у нас много всего. Быстрая перезарядка не помешала бы. Hello? Nice. Oh, what the fuck? Stop. Okay. Фух. Я не ожидал, что там будет еще одна штука. Окей. Иу. Опа. Найс. Не найс. Фак. Да, знаете, пришло время HP. О, вау, он весь покусанный. Вот это очень классно. Блин. Внимание к деталям. Пацаны.
наконец-то. Фуф. О, найс, еще топливо. Так что оно нам, блин, еще пригодится, я уверен. А я все потратил на патроны, прекрасно. Wait, у нас есть эпоксид еще? Нет. О, эпоксид, смотрите-ка. Найс. Я не знаю, насколько я правильно это делаю, но мы живы, и это самое важное. Так, где мы там еще могли пройти? Точнее, не могли пройти, скорее. Похож на чертеж какого-то огнемета. Ну, спасибо. Что бы я делал без тебя, игра? Фак, стоп. Все? Теперь все. Фух. Здесь что-нибудь полезное вообще есть? Опа! Окей, это было стрёмно на мгновение. Окей. Мне нравится, как освещение меняется. Это очень круто. Найс. Очень хорошо. Оно того стоило. Наверное. Ну не как кто-нибудь там подсчитает, ну вообще-то ты использовал там вот столько-то топлива и не стоило сюда приходить. Ну, может быть. Может быть. Так. Ну теперь можно туда пройти. Правда, хреново на самом деле то, что для того, чтобы... Топливо для того, чтобы... пройти в этом месте, да, нужно использовать предметы, которые нужно крафтить, которых может не хватить в теории. Ну да ладно. Хорошо бы вернуться на самом деле. Нет. У нас аптечки есть? Есть. Значит, все нормально. Окей. Ага, я услышал. Я не знаю, что это дает, так что. Наверняка в конце игры что-нибудь. Какой-нибудь бонус. Найс. Монетка. Hello? Там кто-то есть. О, fuck off. No more bullshit, Mia. I want some answers. I know. I know, you're right. And I always wanted to tell you. But I just, I can only remember a little and the rest is just gone. О, привет. Yeah, right. You mind if I borrow mommy for a little bit? Why don't you stand there? Do something! Ethan, help! Damn it! Мне нравится, как он, главное, говорит. Чё ты стоишь, блин, сделай что-нибудь вместо нее. Так, ну теперь мы знаем, куда идти дальше. На самом деле странно, что в игре нет фонарика. Вот здесь бы не помешал бы. Как раз. Мне нравится, что нож все-таки не бесполезный. Против насекомых в самый раз. Пока мне, кстати, игра очень нравится. Кстати, видите, я тень тоже удушил. Теперь выглядит нормально. О, вот это вот классное объемное освещение. Вау, найс. Так. Окей. What the fuck? Окей. Это было странно. Там кто-то идет. Oh, what the...
Я ж случайно стрелять начал. Извиняюсь. Не должен был. Где-то поехавшие. What the fuck, man? Hello? Мне стрёмно. Перезаряжусь на всякий случай. Hello? Это она там со светильником ходит. Она прошла налево, мне кажется. What the fuck? Знаете что? Вот так вот. Мне кажется, это вполне адекватно. Hello? There you are. Нет. Где? О чем ты? Окей. Fuck. О, нет. Fuck. Shit. Окей. Так, я пошел совершенно не в ту сторону, к сожалению. Я молодец. А? Окей. Спокойно. Все нормально. О. Теперь нормально. Надеюсь, она сейчас не пройдет сюда. Я ж вспотел. Спукстерс. Она там. Окей. Hello? Как дела? Оп. Уфа. Куда она идет? Окей. Быстрей, быстрей, быстрей. Окей, найс. Черт, стрёмно. Так, ну глупо, что эту головоломку надо решать два раза. Как бы это... Не то, чтобы это было трудно или еще что. Просто, ну, туповато. Окей, видно, это трудно. Окей. What the fuck?
оно. Примерно. Примерно. Убил за этот щит. А, до сейфпоинта надо добраться сначала. Потом уже можно идти дальше. О, сейфпоинт. Окей, монету, естественно, налево тут же. Теперь мы хотя бы знаем, что они делают. Это улучшенные патроны. Травку налево. Двух аптечек пока хватит, мне кажется. Я не делюсь, что вот это нужно будет только на этом уровне. Но мне кажется, вот эти вот ребят, которые из плесницы стоят или из чего они там, мне кажется, они просто... Ну, на них это не будет работать. Ну да, наверное, пока нормально. Да, давайте здесь притормозим. 30 минут, как бы это нормально. О, фак. Я вспотел, и мне стрёмно. Пока мне очень, кстати, нравится эта игра. Огромное удовольствие получаю. О, смотрит мало, конечно. Что поделать? Я ее наверняка добью. Наверняка. Я ее добью. Очень хорошая игра. Потому что DLC ведь выйдут, так что... А, да, если вам понравился этот эпизод, то поставьте лайк, ставьте комментарий, подпишитесь, потому что это помогает продвижению канала. И да, до встречи.